Друзья, всем привет! Сегодня небольшая будет переделка, эксперимент. Как вы помните, у меня такая есть батарейка к пульту, которую я использую. Ну, самодельная. Можно зарядить ее, можно еще для какого-то устройства использовать. Ну, легко, как бы, модернизируется. И так как у меня недавно купил iMac, я решил, я его заряжаю там. Давайте посмотрим, что внутри. Так, посмотрим мы, когда откроем. Сейчас скажу, почему именно я iMac показал. Ну, понятно почему, что классное зарядное устройство, может балансировать банки. Так, как видим, у меня здесь литий-ионные батареечки, две зарядных платки и кнопка разъединяется. Вначале одну я банку заряжаю, потом вторую. В принципе, если... Нет, по-моему, даже две разом я не могу. Хотя нет, могу. Две зарядки и сразу их заряжать. Но это, во-первых, неудобно. Опять же говорю, не отбалансировать толком их. Поэтому, коли у меня есть iMac, почему бы и не сделать под iMac. А как... Мы все знаем, многие, думаю, само питание, ну, при зарядке два шнура используют. Он здесь подает, и здесь как бы балансировочный разъем должен быть. В принципе, здесь нет ничего хитрого. Получается, правый это минус, левый плюс. А посередине он у меня, как видно, вот такой разъемчик желтый, это будет между ними соединяться, браться среднее значение. Если больше банок, три банки, значит два провода используется, и берется вывод после каждой банки. Так, ну, чтобы мне это все переделать, надо, в принципе, здесь все провода отсоединить и присоединить, в принципе, сюда это все. Ну, давайте сейчас по порядку я все провода отсоединю и тогда продолжим. Так, как видно, я все отпаял. Конечно, отсюда пока не буду микросхемы доставать. Они приклеены хорошо. Я же старался. Вот они распутаны, правда. Продолжим. Дальше, что нам надо? Так как мне надо больше 7 вольт Arduino, потому что что-то от 7 до 12 вольт. А две литий-ионные батарейки как раз мне нужное напряжение дадут. Их надо соединить последовательно. Так как они все равно не равномерные, как бы, что я имею в виду, по емкости, и могут как-то разряжаться, так скажем. Поэтому и опять же, у меня стоит вольтметр, он требует свое питание. Надо разъединять цепь, поэтому у меня соединено будет через тумблер. И как раз здесь я и возьму средний провод желтый. К одному из выходов я подсоединю желтый провод. Также минус-плюс. Возьму отсюда
Так, вот, получается, два из них. Давайте вот так вот, чтобы не мешался. Еще лучше я отпаяю. Вот эти паяльник классный. Он недорогой и классно греет. Быстро нагревается. В принципе, то, что и надо. Так, еще возьмем вот отсюда вот. Уберем проводки, чтобы уж нам не мешалось. Вот. Так, два будет сюда последовательно. Соединяться. Опять же, желтый сюда. Красный к красному, черный к черному, к минусу. И они будут соединяться сюда. На этот штекер, который будет, естественно, желтый это плюс, черный минус, который будет и уже идти на IMAX. Сейчас я это все соединю и продолжим. Так, я, в принципе, все запаял. Как видно, один сюда, другой, ну я до этого показывал, тумблером соединяется. Далее плюс идет на плюс, идет сюда и идет на внешний вывод сюда. Минус идет на минус и идет здесь минус и не плюс. К этому добавляется вольтметр, чтобы смотреть, как видно. Включился, последовательно батарейки соединил, аккумуляторы точнее. А теперь осталось проверить это все в действии. На всякий случай, не знаю, батарея. Это, не знаю, кто видел, не видел, температурный датчик от IMAX. Он сюда подключается. И в IMAX настраивается, на какую температуру будет отсечка выключения. Так, сейчас это все. Так, надо включить IMAX. User set program, заходим сюда. Дальше опять нажимаем старт и уже находим литий-ион. Опять старт и выход. Дальше программ Select литий-ион стал. Нажимаем старт. И здесь уже надо литий-ионный баланс. Здесь надо, ну, 0,5 ток зарядки и. Еще раз старт жмем и ставим две банки. Все, поставили две банки, и теперь надо это все соединить. Тут у нас минус. Так, соединился. И дальше нам надо питание соединить. И еще раз нажимаем старт и держим. Он делает самопроверку и говорит, что две банки. И мы уверены, что две. Нажимаем Enter. Нажали Enter, и он начинает заряжать. Еще один момент. Чтобы посмотреть, допустим, да, мы выбрали баланс. Посмотреть, какое напряжение на банках. И вот на одной 3,92, другой 4 вольта. В принципе, как мы видим, то, что я хотел делать, я сделал. Теперь мне не надо никаких-то дополнительных шнуров.
Сейчас отключу это все. Так. Короткий, конечно, шнур, но ничего страшного. Так. Осталось это все спрятать аккуратно. Провода, чтобы они ровно легли, закрутить все. И можно как бы поставить на зарядку. А, убрать вот эти платки. Можно опять же сюда поставить еще одну батарею. Даже две тут. Нет, одну, потому что тумблер надо, нужен использовать. Ну, в общем, не важно. А важно то, что я и хотел, в принципе, получилось. У кого-то, если остались вопросы, задавайте в комментариях. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много разных экспериментов. Но мне пора. Удачи. Всем пока.